вечер. Вы смотрите программу «Зантелемен» на телеканале РИКА ТВ. В переводе с немецкого это слово означает «земляное масло». Японцы и венгры называют его каменным маслом, а вот финны – горным. Но чаще в житейских разговорах мы используем такое выражение, как «черное золото». Сегодня в студии программы «Зантелемен» начальник первого управления прокуратуры Актюбинской области Нахимбеков Канат Маликович, с которым мы поговорим о нелегальном хищении нефти. Здравствуйте. Здравствуйте. Канат Маликович, можно ли озвучить главные причины, которые способствуют нелегальному нефтяному промыслу? Основными причинами, способствующими хищениям нефти и ее теневому обороту, является это неэффективная система учета, добычи и контроля нефти, ненадлежащий контроль за деятельностью нефтеналивных терминалов и нефтеперерабатывающих заводов, а также за транспортировкой нефти. И несовершенство законодательства, позволяющее бесконтрольно осуществлять операции с незаконно добытой нефтью. Чтобы более полно и глубоко изучить эту проблему, была создана команда экспертов. Расскажите, кто вошел в ее состав и к каким выводам она пришла? Для изучения вопросов проблем в сфере нефти, оборота нефти, была создана межведомственная рабочая группа. В ее состав вошли представители прокуратуры Актюбинской области, правоохранительных служб, налоговых органов, экологи и геологи. Все эти представители этих государственных органов в своей каждодневной работе так или иначе напрямую сталкиваются с вопросами и проблемами, связанными с теневым оборотом нефти. Команда работала в течение 2 месяцев. В этот период мы изучили полностью все уголовные дела, изучили и проанализировали все материалы проверок государственных органов. По результатам вот этой работы были выявлены основные причины, этапы хищения нефти и разработаны предложения по разрешению этих проблемных вопросов. Чтобы понять, о каких цифрах и объемах идет речь, предлагаю посмотреть инфографику, которую мы подготовили, и далее обсудить тему нашей программы. С 2012 года по 2016 год в области было зафиксировано 160 уголовных дел по фактам хищения нефти. В 2012 году 23 уголовных дела, в 2013 году 49, в 2014 году 20, в 2015 году 29, в 2016 году 39 уголовных дел. Ущерб по ним составил свыше 7 миллиардов тенге. К различным годам лишения свободы приговорены 36 лиц, конфискованы автотранспортные средства и более 2000 тонн нефти. Кража нефти из магистральных трубопроводов осуществляется путем врезок, при этом не исключается сговор преступных групп с работниками транспортирующих компаний. Так, с 2012 года по 2016 год зарегистрировано 13 фактов краж нефти, из них 8 путем врезок в магистральный нефтепровод. Несмотря на требования уполномоченных органов об автоматизации учета добычи нефти, отдельные нефтяные компании по-прежнему используют советские методы. Это дает возможность работникам недропользователей скрыть фактически добытые объемы и украсть нефть. Так, операторы, мастера и охранники одного из месторождений днем собирали нефть со скважин на емкости, а ночью определенную часть продавали нелегалам. Таким образом, похищено 530 тонн нефти на 11 миллионов тенге. Также нефтяные компании списывают большие объемы на технологические потери и собственные нужды. Так, с 2014 года по 2016 год одна крупная нефтяная компания списала 88 тысяч тонн нефти на 1,5 миллиарда тенге. Другая компания за этот же период использовала для горячей промывки скважин 2000 тонн нефти на сумму 100 миллионов тенге. После такой статистики, наверное, должен звучать следующий вопрос. Что делает прокуратура региона, чтобы пресечь нелегальные операции с нефтью? С какими предложениями выходит и на каком уровне решает? Работа по пресечению уголовных правонарушений, условий и причин, способствующих им, не ограничивается только лишь привлечением виновных лиц к уголовной ответственности. Здесь... Да, такой способ имеет определенный результат, но не дает возможности искоренить правонарушения. Поэтому мы, не ограничиваясь этой работой, постоянно занимаемся вопросами совершенствования действующего законодательства. Для этого разрабатываются нами нормы,
которые направляются в Генеральную прокуратуру и по согласованию с Генеральной прокуратурой направляются затем в правительство или в уполномоченные государственные органы. По результатам работы межведомственной рабочей группы и совместной работы мы выработали ряд предложений, которые, по нашему мнению, позволят минимизировать условия для хищения нефти и вовлечения ее в теневой оборот. Первое, я как уже отметил, это автоматизация учета добычи нефти. Второе, это усовершенствование или применение современных методов охраны объектов нефтяных компаний. Применяемые сейчас методы охранных служб неэффективны. Как показывает практика уголовных дел и правонарушений, сами сотрудники охранных служб участвуют в схемах хищения нефти. Поэтому сейчас мировые нефтяные компании используют оборудование или системы дистанционного слежения за объектами, которые позволяют производить одновременно фото- и видеофиксацию и подавать какие-то тревожные сигналы. То есть использование не только GPS-навигации, но и других более современных систем, да? Да, да, да. Далее мы предлагаем усилить контроль за эксплуатацией нефтевозов, так как это единственное орудие или предмет, которым совершается хищение. Для этого мы предлагаем нефть и нефтепродукты включить в категорию опасных грузов и тем самым ввести услугу по перевозке этого товара, этих веществ в категорию лицензируемой деятельности. Сейчас за деятельностью нефтевозов никто не контролирует. Только лишь сотрудники дорожной полиции проверяют их на предмет соблюдения правил дорожной безопасности. Также мы предлагаем обязать собственников такой техники оборудовать их системами GPS-контроля, потому что они тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы их техника, их транспорт использовался в законном бизнесе. Такая практика уже используется российскими транспортными компаниями, которая позволяет следить в онлайн-режиме за передвижением транспортного средства и контролировать объемы перевозимого ими грузов. Сейчас информационная система учета и контроля добычи нефти владеет только лишь Министерство энергетики. В этой базе содержится информация только недропользователей, и перепроверить достоверность этих сведений без вмешательства деятельности компании невозможно. Поэтому мы предлагаем интегрировать эту систему с информационными базами заинтересованных государственных органов. В чем это будет выражаться? Приведу пример. Например, нефтедобывающая компания или нефтяная компания получила разрешение у Министерства энергетики экспортировать нефть ЖД-транспортом. В информационную базу, единую информационную базу, экспортер вносит сведения о количестве вагонов и нефти, которые он загрузил и передал ЖД-организации. Казахстан-Темиржилы указывает в этой системе сведения о количестве вагонов, принятых им, и количестве нефти. Таможенник вносит в базу сведения о задекларированном им товаре. Пограничник указывает в этой же базе сведения о количестве вагонов и нефти, пересекших фактически государственную границу. Все эти сведения будут сравниваться в автоматическом режиме. Это также исключит возможность
неправомерного вмешательства государственных органов в деятельность нефтяных компаний и других субъектов. Ведь если нету разницы или расхождений между показателями нефтедобывающих компаний и заинтересованных государственных органов, то и, соответственно, нет оснований для проведения проверочных мероприятий. Если в какой-то момент эти показания не сошлись, что будет дальше? Соответственно, они будут перепроверяться. Это не придет до дополнительной волоките? Нет. Нет. Тут уже будут проверочные мероприятия или же способом анализа, мониторинга будут проверяться уже точечные операции. У нас подготовлен сюжет, в котором приведены примеры громких дел хищения нефти в нашем регионе. Давайте напомним телезрителям. Самые громкие задержания по хищению нефти произошли в конце прошлого года. Началось все с масштабной операции в здании Актюбинского нефтеперерабатывающего завода. Речь шла о том, что сотрудники КНБ разоблачили крупную криминальную группировку, которая не один год грабила актюбинские месторождения. Через несколько дней по всем информационным агентствам показали репортажи из зала суда. Говорили о том, что арестованы 12 человек, но на скамье подсудимых оказались пока трое, которые вывезли в соседнюю приграничную страну по поддельным документам 97 тысяч литров зимнего дистоплива стоимостью 14 миллионов тенге. Диана Аханова квалифицирована по статье 262 части 3 и 197 части 4 пункта 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. На основании изложено, что Ахан подозревается в совершении тяжких преступлений, за которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы не менее 5 лет. Вот так еще через несколько дней в городском суде рассматривали дело в отношении бывшего высокопоставленного полицейского, который в течение 5 лет занимал должность первого заместителя начальника ДВД Актюбинской области. По версии обвинения, последние 2 года он получал деньги за покровительство, благодаря чему группировка беспрепятственно перевозила украденную нефть по территории области. 30 мая 2017 года в ходе брифинга прокуроры региона привели и другие факты хищения нефти. Сейчас межведомственное следство оперативной группы по заявлению Сагис Петролиум Компани расследуется уголовное дело. Установлено, что операторы, мастера и охранники одного из месторождений по ночам продавали нелегалам часть добытой емкости нефти. Выявлено на сегодня хищение таким образом 530 тонн нефти. Расследование продолжается. Ну что ж, посмотрели сюжет. Канат Маликович, можно ли привести несколько последних примеров и заодно рассказать об этапах вывода нефти в теневой оборот и ее реализации? В 2013 году к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества каждому была осуждена преступная группа из 4 человек в Шалкарском районе за кражу 18 тонн нефти с месторождения АО-7-5 «Ахтубинмунайгаз» на сумму 1 миллион тенге, стоимостью 1 миллион тенге. В этом же году перед судом предстала участница другой преступной группы, которая вместе со своими двумя сообщниками подделывала договора продажи 18 тысяч тонн нефти на сумму более 1 миллиарда тенге от имени одной нефтяной компании и продавала эту нефть нефтеперерабатывающим заводом Западно-Казахстанской и Атырауской областей. Она была осуждена к 7 годам лишения свободы. У нее было конфисковано имущество на сумму 40 миллионов тенге, а также было конфисковано свыше 100 тонн нефти. Можно привести еще один пример последнего так называемого громкого уголовного дела. Межведомственной следственно-оперативной группой в настоящее время завершается уголовное дело в отношении организованной преступной группы из 5 человек, которая в 2015 и 2016 годах похитила из месторождения АО-7-5 «Ахтубинмунайгаз» свыше 9 тысяч тонн нефти на сумму более 750 миллионов тенге. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Я напомню, сегодня в студии программы «Зант Элемент» был начальник управления прокуратуры Актюбинской области Нахимбеков Канат Маликович.
Если у вас есть вопросы, вы всегда можете задать их на официальном сайте Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, также на сайте прокуратуры Актюбинской области. У двух ведомств есть и свои страницы в популярных социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и в Инстаграм. У нас на этом все. До скорых встреч!